Сибирь – это вера в успех. Это борьба до самой последней секунды. Это клуб, который ставит перед собой высокие цели и никогда не сдается. Мы знаем, что за нас болеет, за нас переживает целый регион. И мы понимаем, что просто не имеем права играть спустя рукава. В Сибири не принято жалеть себя. Если ты выходишь на площадку, ты должен оставить там себя всего. В сезоне было много матчей, в которых все складывалось не по-нашему. Травмы, соперник вел счеты. Но характер, нацеленность и упорство помогали нам спасать эти игры. Тренеры говорят, что мы не должны сдаваться никогда. И это является главным в нашей команде. Неважно, сколько осталось времени, 20, 10 или 5 минут, нужно биться до финальной сирены. Никогда, несмотря ни на что, не сдаваться. Только так мы сможем добиваться результата. Вся лига знает, что в Новосибирске самые преданные и самые шумные болельщики. Это те люди, которые никогда не позволяют нам сдаться, несмотря ни на что. Болельщики дают нам невероятный заряд энергии. В трудный момент именно он толкает нас вперед. Когда сил уже нет и хочется остановиться, ты слышишь рев трибун и понимаешь, нет, не сегодня, и находишь в себе силу, чтобы продолжить игру. Мы всегда будем стоять до последнего и не сдадимся. Сибирь никогда не сдается.